конференция посвящена памяти нашего учителя, моего личного учителя, человека, который, скажем так, любил то, что он преподает, и любил тех, кому он преподает. И, наверное, в эти слова вложено все то, что можно сказать об Александре Алексеевиче, потому что всегда все делалось с душой. И обучение происходило не только науке медицинской, акушерской, но и жизненной науке. Поэтому я считаю, что память о таком учителе должна идти всегда в ногу, рядом. И никогда не будешь понимать, когда же закончится это влияние. Что касается самой конференции, которая позволит, во всяком случае, я очень на это надеюсь, идти дальше в науке, в теории, в практике, потому что мы будем освещать огромное количество проблем, которые будут касаться акушерско-гинекологических ситуаций, семейной медицины. Она именно междисциплинарная. То есть цель этой конференции – показать, что у нас есть, определить какие-то цели, к чему нам надо идти, и поделиться тем, что мы умеем, тем, что мы знаем, и постараться, чтобы это было как дорогой в путь дальнейший для молодых докторов, ученых.